Уроженка Приуралья Мария Бравкова продолжает прославлять регион на мировых первенствах. На этот раз она блеснула на азиатских играх. Пару с ней составили Руфина Искакова. Вместе одни поднялись на пьедестал почета, правда, вторыми. До золота по гребле на каное двойки, которое завоевала китайская пара, не хватило совсем немного. Таиланд замкнул тройку лидеров. В гребле на байдарке двойки второе место заняли Ирина Подойникова и Ольга Шмелева. Золото у Китая, Узбекистан стал третьим.